Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на ютубе! Всем здарова, дорогие друзья! А с вами по-прежнему Верифони, и добро пожаловать в гарный веселый игрушка под названием BeamNG Drive! Всем хай-йоу, братва! Ну что ж, ребят, сегодня мы с Андрюхой будем ездить по ступеням огромной лестницы. Сегодня мы посмотрим, какая машина сможет забраться по ступенькам огромной лестницы дальше всех. Ну а вы ставьте лайк, если вдруг не успели поставить за 3 секунды, у вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо, нам с мистером Андреем будет безумно приятно. Ну что ж, сегодня у нас все будет очень интересно, ведь я буду ездить на рандомных тачках. Я буду спавнить себе абсолютно рандомную машину. Вот сейчас у меня Кадиллак. Как дела, как дела? Я меняю свой рандомный Кадиллак. Я нажимаю кнопку, и у меня меняется вес, у меня меняются колеса и так далее. А также у меня сегодня будут и сами машинки тоже рандомные, в отличие от Андрюхи, который сам будет выбирать машину, на которой будет ехать по этой лестнице. У него будет, конечно же, преимущество. Он может взять любую тачку на свой выбор, поставить любые колеса, любой движок и попробовать заехать дальше меня. Так что, друзья, вот такие правила битвы машин. Рандомные тачки против обычных. И сегодня мы узнаем, насколько далеко сможет подняться по ступеням лестницы рандомная тачка в BeamNG Drive. Ну что, Андроид, я так понимаю, первую машинку ты уже взял, точно так же, как и я. Да, я готов, братан. Ты-то готов или как? Я готов, Андрюха, ты так не нервничай, все будет хорошо. У меня, друзья, спереди нарандомило огромные колеса, сзади маленькие. В общем, тачка вся, Андрюха, как видишь, переделанная, максимально рандомная. Так что попробуем посмотреть, что из этого получится. А ты, наверное, зря, Андрюха, взял такую маленькую низкую. Думаю, ты на ней не заедешь никуда. А мы сейчас проверим, Димон. Ну что, друзья, надеюсь, вы тоже готовы. Надеюсь, лайкусики поставили, комментарии написали. И мы с Андрюхой начинаем. Ну что, погнали, Андроид? Давай попробуем. Let's go. Первая ступенька. Заехали, Андрюха. Ну это поздравляю. Вообще детский лепет, Димон. Детский лепет. Так, вторая. Заехали. А. Погоди. Смотрите! А не заехал! Подожди, может быть, бачком как-нибудь? Попробуй! Как это тот же уровень всего лишь. Попробуй задом, Андрюха, капец! А я говорил, зря ты взял эту маленькую какую-то хондочку какую-то. Ой, ребята, я-то еще еду на втором уровне лестницы. Блин, ну блинский. Сломалась у тебя машина? Да, поломалась. Сейчас попробую задом, Димон, как ты сказал. Попробуй задом, но больше ты ее не можешь, Андрюха, вообще-то восстанавливать. Ну... Опа! Ага, ну едь, давайте, друзья, дадим шанс Андрюхе, он зареспавнил тачку. Вообще-то Андрюха по нашим правилам сломался и сломался. Ну хорошо, я понял тебя, Димон. А чё ты не едешь? Больше спавниться не буду. Или да, она вот так еду медленно? Потихоньку. Она поломана у меня вообще-то. Смотрите, ребят, опа, не заехал. Смотри, Андроид, заехал? Нет, все. Смотри, походу, учись. Ё-моё, подожди, смотри, учись. Сейчас я сам не, у меня у самого не едет она. Бампером застрял. Не, едет. Домой! А я не могу залететь. Так, ребят, едем дальше. Андрюха сел дном. Садись ко мне, Андрюха, в машину. Ты застрял на втором уровне, получается. Так, ну, да. Едем дальше. Эй! А я тоже, Андрюха, все. Ну, прям как я, только ты на четвертом. Не, я застрял на третьем. Я на четвертый не заехал. Ну да, вообще. А ты не заехал на третий. Ты на втором остался, а я на третьем. Ну что, друзья, в этом раунде победила рандомная тачка. Я остановился на третьем, Андрюха остановился на втором. Ну, сейчас поменяем машину. Интересно, что же мне зарандомит. Вот такой рандом, друзья. У меня какая-то спортивная оказалась, Андрюха, Лада. Только знаешь что, ковши там и все, но колеса разные почему-то у меня. Так задумано на заводе, ё-моё. Это да, на заводе. А ты, смотрю, взял какой-то внедорожник с прицепом. Ну да, взял тачку чуть повыше, чем предыдущая. И чё, думаешь, прицеп тебе поможет заехать, Андрюха, на эту лестницу? Думаю, что поможет. Так, а я, друзья, на правах рандома еще разочек зареспавню машину. Может, что другое мне выпадет. Так, пока плохо. Я буду рандомить, Андрюх, пока меня не устроит вариант. Ну все верно, пошел рандом. Машины должны быть. Понял, мне на лыжах машину дали. Реально. Так езжай, ё-моё. Она не едет, она на каких-то этих стоит. Спасибо, конечно. Вот это прикол, и все с милицией, мне с полицией как-то рандомит, ребят. Что это такое? Scramble all. Вообще все, Андрюха, сейчас буду менять себе. Scramble все, хочу полностью, друзья. О,
В принципе, на каких-то больших колесах, да, ну он может посмотреть, большие колеса, в принципе, прикольно, милиция. Устраивает! Ну чё, друзья, второй раунд, поехали! Может, побьем рекорды? Давай, Андроид, погнали! Ну, удачи, Димон! Куда заберемся, туда заберемся. Ого, поехал, Андрюха! Ого! Ого! Ох ты ж, блин, ох ты ж, блин! Андроид, залетает, друзья! Да! Что? Надо было же, наверное, не так сильно, Андрюх, ты же как будто в стену врезался. Вот так, аккуратно, может. Эй, что за прикольчик? У меня вообще прицеп оторвало. Слушай, а у меня, братан, так же не заезжает. У меня такая же ситуация. Так, разгоняюсь, ребят, и пошел. Оп, хорошо. Опять, Андрюх, я на третью заехал. Опять я на третью, Андрюха на вторую. А ну, здесь рекорд будет. Домой. Я сломанный, друзья, я сломанный, не заезжает мне никуда. Ну, задом сейчас попробую. Да ну нафиг. Нет, не заедет, Андрюха. Ну, к сожалению, друзья, получается, опять Андрюх рандом на третий заехал, а ты на второй. То же самое получилось. А я что-то, Андрюх, не понял. Ты что, тоже рандомную тачку взял? Не-не-не, это нормальный агрегат. Новая машина прямо с салона, ё-моё. А, это такие делают, это не рандомно? Не-а. А мне просто, ребят, смотрите, что рандомно выпала машина, Андрюх, с квадратными колесами. Удачи, браток, удачи, братан. С квадратными, ребята! Я что, какой-то Спанч Боб Сквэпэнс, блин? Я Майнкрафт. Я Карс Сквэвилс. Машина с квадратными колесами, Майнкрафт. Ну что, попробуем, друзья. У Андроида, если честно, тоже мне напоминает как будто рандомную тачку, но он ее сделал сам, так что это не рандом. Ну и попробуем доехать. Ладно, Андроид, желаю удачи, я поехал. Вот это ну ты видишь, да, братан? Качёво едешь, ты видишь, брат, ну я заехал, слушай. Я заехал. Давай, я тебя покурирую, давай. Не-не, я заехал, Андрюха, я может так сейчас до 25-й ступеньки доеду. Я уже на второй, Андрей. 25 ступеней есть? 25 ступеней, ну максимально 25-е. Понял. Мы пока были максимум на третий. Да, нормально, Андрей. Опа, я сейчас дальше поеду, чем ты на квадратных колесах. У меня что-то там улетело, блин. А ну, друзья, решают квадратные колеса. Домой. Подожди, как? А, ну заедь! Заезжай! Заезжай! Окси Оксиджент! Ну заезжай! Не трогай, не трогай меня, не трогай. Я не трогаю. Не трогай. Я заехал. Ты заехал? Машина так поломалась, что она не поворачивает. Теперь бери мне колесами никак. А я тоже заехал и дальше еду. Нормуль! Четвертый уровень, друзья, покорили. Еду на пятый. Еду на пятый. Тут тяжело. Запрыгнул. Заехал! Как? Да невозможно! Как ты на своей помойке смог доехать? Ребята, квадратные колеса, это тема вообще, бомба. Погоди, я, может быть, тоже залезу. Давай, цепляйся! Заехал ты? Ну, вообще, могу, наверное. Могу, так не получается вообще никак. Андрюха, пробует, ребят, я на шестую. Ну, пожалуйста, зацепись. О, кажется, у меня сломалось колесо, Андрюх. Да, ну, кажется, у меня квадратное колесико. Да. Блин, жалко, жалко. Ну что, рекорд поставили? Я на квадратных колесах, ребят, заехал. На пятую ступеньку, Андрюха остался на четвертый. Я вот задом не получается все никак. А, ну все, тут уже застрял, Андрюх, ты. А да, у меня взорвалось колесо, это, конечно, жалко. Подожди, Андрей. Подожди, стой. Ты что-то придумал? У меня оно крутится как будто бы, но нет. Все, ладно, друзья, застрял я на пятый, Андрюха на четвертый. И здесь рандом зарешал. Ага. Слушай, Димон, нифига ты там нарандомил себе агрегат какой. Да я не знаю, это вообще, ребят, тяжело машины назвать. Куча каких-то пружин, разные колеса, разное вообще все на свете, Андроид. А у тебя что, я смотрю, взял... Ага, для ралли машину взял. Да-да-да, для с ралли взял машину, чтобы можно было заехать с кайфом наверх. Слушай, вы с ралли? Ну, мы с ралли приехали. Ладно, ну что, друзья, рандомная тачка против обычной на лестнице. Посмотрим, докуда доедем. Ну что, 3-2-1, Андрюх, поехали. Давай, Димон, ну конечно, для колымага, юма. Она вообще подпрыгивает, ребят, как бешеная, как безумная какая-то. О, так, какой у тебя рекорд сюда был в прошлый раз? 5, по-моему, я заехал, а ты на 4. Ну-ка, я на 5, ты на 4. Сделаем с кайфом, как сюда, надо. Нормально. Ой, колесо что-то поплохело ему. Ух ты, ё-моё. Так, едем, едем, едем. И сюда. Оп, заехал, хорошо. Нифига там подлетел. Опа, хорошо, на 4-ю заехали. Нормально вообще, с кайфиком. Мне надо как-то бочком, бочком заехать, блин. Так, заезжай. Опа, сюда пятую, Андрюха, заехал. Ты как там? Ну я пока на третьей. Ребята, заехать, Андрюха на третьей, тут шестая. И с каждым разом все выше эта ступенька и выше, ребят, чтобы вы понимали, в чем сложность-то.
Ну, вообще, да. Ну, я же заехал. Одно колесо, Андрюх, не заехало только, прикинь. Да я тоже тут не могу заехать, мне колеса не заезжают. Теперь уже два колеса. Ну, задом может попробовать, ребят. Ну, было жестко, я почти, Андрюх, на шестую заехал. Как ты так делаешь вообще на рандомных машинах-то? Рандом, друзья, рулит, реально. Блин, ну, мне все шансы были заехать. Ну, ну. Мне в прошлый раз ванна проехала лучше, чем машина с ралли, ё-моё. На шестую! Домой, Андрюша! Это рандом, друзья! Рандом! Давай дальше. Что дальше-то поедешь? Не знаю, я сейчас попробую разогнаться и прям с этой. А ты на третьей, Андрюх, остался? Все? Да, я даже хуже, чем в прошлый раз проехал. Блин, ну бывает, Андроид, бывает. Я расстроен. Так, разгоняюсь, ребят, со всей дури, бам. Угу. Все, походу, Андрюх, походу 6 это для меня максимум. А у меня 3. Походу 6 это предел. Хотя можно еще задом, друзья. С разгона. Тихо-тихо-тихо. Опа, опа. Что происходит? А ты там что, танцуешь или не да? кажется? Да, я на крышу встал. Ну, был, ну, наверное, шанс, друзья, но я как жучок упал на крышу, но сейчас поставил рекорд. Загорится. На шестом уровне, друзья, я остановился. Во, ребят, зарандомило мне, Андрюх. Смотри, какие колеса маленькие, а сзади какие широкие на широкие. Сейчас будешь заезжать с кайфом, я думаю. И зато у Андрюхи колеса нормальные, здоровые, чисто для лестницы этой. Не, ладно. Без шансов. Походу, здесь, ребят, реально без шансов. Ну все, поехали, Андроид, посмотрим, куда заберемся. Давай, рванули. Давай, Лимон, до свидания. Да я еду, Андрюх, маленькие колеса медленно крутятся. Да. О, Андрюха вырывается, ребят. Пошел, вторую изи заехала. Я, походу, даже на вторую не заеду, Андрей. Ладно, заехал. Заехал! Хорошо, заехал. Так, третий Андрюхи для меня смертельная. Вообще не ощущается. Опа, заехал. Что там у тебя отвалилось? Да, бампер. Бампер, он за мной едет теперь. Бампер отвалился. Четвертый Андрюха, заехал. А я все. Я, походу, все. Давай, до свидания. Походу, Андрюх, до свидания. А походу, Андрюха... Я сейчас попробую заехать. Андрюха, на пятую пошел, я за тобой. Для меня это рекорд, для меня это рекорд. Хорош, красавчик. Андрюха на пятую, едет на шестую, я еду на пятую. Сюда, сюда. Ой-ой-ой. Заехал, шестая пошла, хорошо. Нормально. Едем, едем, я уже чувствую проблемы с машиной. Андрюха чувствует проблемы, а я чувствую уже на четвертом, Андрюх, проблемы. Да? У меня здесь уже на четвертой начались. Колеса маленькие. Ну, на рандомил. Наконец-таки я впереди, блин. Андрюха, красавчик, вырвался вперед. Но я, скорее всего, ребят, на это уже не заеду никуда. Слушай, Димон, здесь. А ты на седьмую заезжал? Нет, я не помню. По-моему, на шестую у меня... Я мог на седьмую заехать, но я перенулся на крышу. По-моему, так было. Ой, тут очень тяжело. Там вообще высокая, там супер высокая эта штука. Ладно, ребят, я все, застрял на четвертой. Давайте посмотрим, может, у андроида получится заехать. Ну, пошел. Давайте посмотрим. Может быть, бочком как-нибудь. Вот пошел. Как-то с нахватиком. О, давай дальше, дальше, дальше. На восьмую, на восьмую. Хорошо, сейчас попробуем. На восьмую, Андроид, на восьмую. Заезжаем. Ну-ка. Это будет рекорд. Это будет прям мега-рекорд. Смотри, колесо и лестница. Офигеть, одного размера, Андроид. Ну, давай задом. Пошел. Как-нибудь тоже на скоке как-нибудь вот так вот. Давай. Чтоб колесико наверх, ну, пожалуйста, как-нибудь. Ну, блин. Не поехала, друзья. Ну-ка блин, еще. Тут слишком высокий уровень. Как? А попробуй, может, с разгона как-то. Давай попробуем. Я даже не знаю, честно, как посоветую, но с разгона, скорее всего, сломается. Ну, попробуй. Ну, скорее всего, сломается, потому что колеса уже с высоты этой ступеньки, ё-моё. Ну, была не была, Андроид. Ну не, все, восьмая не покорилась нам ступенька. Вот такая у меня машинка, Андрюха. Я не знаю, что это. Катер на огромных колесах. У тебя грузовичок. Ну поехали, друзья, посмотрим, докуда мы сможем доехать. Нифига, я вырвался, Андроид. Ну у меня грузовик, Димон. Грузовичок, друзья, сзади там. Еле едет. Левел 2-3. Я, кстати, не знаю, друзья, реально ли доехать, Андрюха, до 25 уровня на чем-нибудь вообще. Мне кажется, вообще нет. Нифига там играет. Да я вообще прыгаю, Андрюх, реально. Просто еду. Я даже забыл, что у нас тут лестница. А я не могу. Я тут летаю, что-то. Ты на какой застрял? На второй? На третий. На третий? То ты не заехал на третью уже. Не, на третьей стою. А, ты на третьей стоишь? А, на третьей, да, на четвертую пытаешься. Да, я на пятую, Андрюх, он на шестую заехал. А все? Иду дальше. Переклинило колеса. Ну, садись ко мне, сейчас посмотрим, докуда я на своем вездеходе доеду. Оп, понял. Понял, опять как жук, друзья. А ну вот, чисто если ранее интересно, я вот заспался. Вообще, реально ли заехать? Ну, если не будешь торопиться, заедешь. Ну да, вообще, а ну давайте посмотрим, друзья, докуда эта техника доедет.
А ну, упа. Она тормозит. Как меня проехал. Как вертолет тормозит. Ой, это. Ага, опять переворачивается. А ну, давайте еще смотрим. Не, ну там можно, наверное, как-нибудь. Ну-ка. Оп. Сюда. Так она вообще, Андрюх, будет фига ехать так, до бесконечности, но потом, в конце концов, где-то упрется, да? Ну, вообще, да, мне кажется, удары сейчас может упереться. Так, едем. Так, опять перевернулась, ребят. Сейчас мы ее опять настроим, опять медленно. Медленно. Ехали мы по лестнице. Колеса хорошие, но то вообще, рекордом лютый. Ребят, это что такое? Ой. Сюда. Стоять. Еще, Андрюха, едем. А ну, поехали, газу. Ну, я тут должен проверять, наверное, не? Что-то не крутит. Сейчас еще через разгона. Давай еще раз. Вот. 10-е, друзья, заехало. Дальше я сомневаюсь, конечно. Ничего себе. Блин, капец, на третьем уровне остался всего лишь. Да, так можно долго, Андрюха, ехать. 11-я ступенька у нас есть, ребят. Едем дальше. Мне кажется, 12-я, 13-я, наверное, это финальная для этой машинки. Думаешь? 14-я. Сейчас проверим. Так, поехали. Ну ты, конечно, вообще это жесткий тип. А все! Видишь, не тянет колеса. Мощи не хватает, все, слишком высоко, друзья. 11-я ступенька, ну это просто жесть. Да, это безумие настоящее. Короче, друзья, мы решили протестировать на этой гигантской лестнице огромного Dog Day. Ведь он реально, друзья, мега гигантский. Мне кажется, ему вообще 1, 2, 4, 5, 6 уровень будут просто незаметны. И потом, наверное, где-нибудь он уже застрянет, а возможно, доедет до 25 уровня. Ведь он огромный, прям почти со всю лестницу. Ну чё, готов, Андрюха? Да я потихоньку еду как-то. Так, даже. Ну поехали, газуй, андроид, газуется? Ну газуется, как возможно это. Так, а понимаю. Ну, ребят, я газую, подождите. Монстр же здоровый. Ну-ка, андроид, газует? Всё, теперь газует с кайфом. С кайфом? А чё-то не газует он. Да вот, все должно ехать. Не, что-то не едет. Ладно, друзья, я газую тоже, короче, тогда мы сели вдвоем за Андрюхой. Мы вместе газ нажимаем. Едем газ, ребята, газ едет. Вот это нормуль, Андрюха. 40, ребят, едет Dog Day. Четвертый ощущается. Четвертый заехали, Андрюха. Едем на шестой. Подворачивать немного, мне кажется, нет? На шестой подворачиваю, Андрюх, подворачиваю. Едет на седьмой. Нормально вообще, едет на восьмой Dog Day, друзья, заезжает с кайфом вообще. Мощение ощущается, он будто бы, блин, плывет. Девятый проехал, десятый проехал Dog Day, едет дальше, ребят. Едет дальше, на 12-й, заехали, рекорд. Нет, 12-й застрял, Андрюха. Застрял. Dog Day застрял на 12 уровне. Брюхом своим. Ну чё, друзья, проверим Кэтнепа, огромный код ремонт. Если Dog Day у нас остановился на 12, ну на 11, на 12 не заехал, смотрим, как Кэтнеп едет. Код Дрема, вперед! Пошел код Дремот, друзья! Едет по этой лестнице. Интересно, друзья, напишите в комментах, как вы думаете, какая машинка способна доехать до 25 уровня этой лестницы, с учетом того, что, ну, начиная с 10, наверное, уровня, идет вообще огромная высота и просто нереально. Так, Андрюх, едь, подравнивай, Андрюх, смотри, подравнивай. Я подравниваю, пытаюсь. Кэтнеп едет, Андрюх. Так, едет. Кэтнеп летит, я бы сказал. Летит. Смотри, может не так разгоняться, я не знаю, на 12 заедет? Заеду. Сюда! Что? Не заехал! Как и Dog Day остановился Кэтнеп на 12 уровне, причем что они супер огромные, друзья, гигантские. И тут вон потом высота, ребят, я не знаю. Но, наверное, до 25-го ничего не доедет. Не может поднять лапу. Тут прям супер большое, друзья. В общем, вот такие результаты. Такая супер лестница. Пишите, ребят, свои идейки, что еще с ней позаписывать. И мы, конечно, сделаем. А с вами сегодня были Овер и Фони. Всем огромное спасибо за просмотр. Ссылочку на канал Андроида ищите в описании. Смотрите его видосики, стримы. Нам и желаем вам всем всего всего самого лучшего. Всем большое спасибо, удачи, не болейте, успехов, хорошего вам настроения и пока-пока! Всем братского сердца, дорогие друзья!